Так, ну что, давайте, рассказывайте нам. Елена Викторовна, заведующая детским садом, 6-й микрорайон, она у нас выступает заказчиком. Ну и детский сад надо совместить строительство. Кто вы у нас? Детский сад заведующий. А, заведующий, будете, да? Существующий. А существующего, вот 6-й микрорайон. Он рядышком здесь у нас. Да, поэтому мы очень часто здесь, каждый день. Вы потом сюда перейдете работать. Да. Так. Детский сад на 300 мест, 15 групп, 4 зала спортивных. Пойдемте посмотрим. Да. Дальше процедурный кабинет. Кабинет. На первом этаже, помимо логопедических, кабинет психолога, есть еще бассейн. Пойдемте в бассейн. Ходить можно? Да, можно. Да, это еще дополнительно на первом этаже стены. Теплый пол, а помимо этого еще утеплитель. Кстати говоря, нет, новые технологии используют приготовление смеси с минимальным давлением воды, максимальной прочностью, там N200, но скорость, объем и меньше по времени сохнет, 4-5 суток он высыхает. Плиты сухие, можно там дальше заниматься. Там паркетная доска. Я вижу. Видите, гоп-секции были. Больше до декабря они все это сделают. Практически все строительные процессы параллельно. Остекление идет плиточное. До декабря. До декабря все. Нет ничего. А, ну, почему? Здесь полы теплые должны быть. Да, только внизу, только где дети ходят, там. А здесь? Здесь нет, не предусмотрено. Почему? Не знаю, проектное решение. Проектное решение. Странно. Из раздевалок. Да. Вентиляции нет еще. Есть по проекту вентиляция? Есть по проекту вентиляция. За 2 месяца? За 2 месяца. Так, ладно. Поехали. Поэтому... Считали, сколько получается в 4 микрорайонах? Получается, сколько населения планируется? Сколько? Население... 12 тысяч. У меня ошибиться. 12 тысяч. Так, ну что здесь хочется сказать? У нас в Кировском районе идет глобальное строительство 5 новых микрорайонов, один уже существующий, строится еще 4 новых микрорайона. В каждом микрорайоне это комплексная застройка, в каждом микрорайоне у нас заложена вся необходимая инфраструктура, которая, в общем-то, нужна для того, чтобы комфортно жители жили в безопасности. Это и школы, и детские дошкольные учреждения, и магазины, и рынки. Сегодня вот мы находимся, настроимся в детском дошкольном учреждении на 300 мест, он будет самый большой в Кировском районе. И, по сути дела, мы решаем проблему с очередями от 3 до 7 лет, полностью закрываем эту проблему в Кировском районе, ну, чтобы понимание было. Но мы на этом не останавливаемся, еще у нас будут в 4 районах, еще по 2, в каждом микрорайоне по 2 детским дошкольным учреждениям еще. Это плюсом получается у нас еще... Они там тоже по 300, да, у нас будут? Да. Где-то по 300 мест. Вот считайте, практически мы, в общем-то, выходим полностью, закрываем потребность всего Кировского района. Вопросы? Вот к 2016 году по указу президента вообще должны полностью быть ликвидированы очереди в дошкольные учреждения. Вот Саратов справится и область. Ну, я неоднократно уже об этом говорил. Вопрос строительства детских дошкольных учреждений. Ремонт, пристройки, это целый комплекс этой программы, он стоит на контроле у губернатора нашей области. Иван Васильевич очень тщательно всегда смотрит, мы всегда с ним обмениваемся информацией, и он иногда приезжает, смотрит, как ведется строительство. Поэтому указ президента 2016 года будет выполнен нами. Олег Васильевич, вас убедили в том, что 25 декабря успеют? Нет, я не верю до последнего, хотя, в общем-то, глава района вместе с нашим доблестным подрядчиком обещают до декабря, до конца года сдать. Ну, не знаю, посмотрим. Они, в принципе, у нас уже работали, в принципе, выполняли свои обещания. Но я, как всегда, вот скептически отношусь к таким моментам, потому что все-таки здесь объем работы еще, в общем, довольно-таки приличный, с учетом еще территории. Ну, посмотрим, дай бог справится. Не справится, значит, это... Предпосылки все к этому есть. Не будем говорить, что мы с ним сделаем на камеру.